кезекті брифингін бастаймыз. Тақырып Батыс Қазақстан облысындағы эпидемиологиялық ахуал туралы болады. Бұл туралы бізге Батыс Қазақстан облысы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының басшысы Мұхамғали Арыспаев және Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Болатбек Каюпов айтады. Бірінші сөз кезегі Мұхамғали Қайыржанұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті облыс тұрғындары. Соңғы 29-30 сәуір аралығындағы оқиғаға тіркелетін болсақ, соңғы 2 тәулікте облыс көлемінде 20 оқиға тіркелді. Оның 10 оқиғасы жаңағы мына біздегі Сырым мен Тасқала шекарадан келген азаматтар, соның жаңағы 8-і ол жаңа Түркістан мен Шымкенттен келген азаматтар біздің облыс арқылы өткен, олар сонымен қатар жаңағы біздің қалған үш азаматтар осы екі шекара арқылы өткен болатын. Ол азаматтардың барлығы қазір инфекциялық ауруханаға жаңа ПЦР-дің лабораториялық тексерістің қорытындысы бойынша ауруханаға оқшаланды. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі, мынау соңғы уақытта мына медициналық азаматтар медицина саласында істейтін, әсіресе карантиндік стационарда істейтін, инфекциялық ауруханада істейтін біздің әріптестерімізді скрининг байқау арқылы тексердік. Сол тексерудің қорытындысы бойынша қазіргі таңда осы медбикелер мен дәрігерлердің арасында оң нәтиже берген, сондай лабораториялық тексерістің оң нәтижесі бойынша оқиғалар бар. Олар жаңағы өздеріңіз білесіздер, олардың бәрі қазіргі таңда мысалы карантинде істейтін медбикелер бар, жұқпалы ауруханада істейтін медбикелер, дәрігерлер, олар қазір үйлеріне бармай, оларға отдельно специально жаңағы общежитие, гостиница берген болатын. Сол гостиница жатып жұмыс істеп жатыр. Соларды тексерген уақытта сол медбикелерден қазіргі таңда осы жұқтырылған деген оң нәтиже берген 10 оқиға тіркелді. Олардың бәрі қазір бізде облыстық ауруханаға, жұқпалы ауруханаға жатқызылды. Олармен қарым қатынаста болған медбикелер саны жаңағы 11, олар жаңағы карантиндік стационарға жатқызылды. Жалпы бұл жұмыстар әлі де жалғастырылады. Ең қауіпті деген осы жаңағы негізгі аурулармен жұмыс жасайтын, өздеріңіз білесіздер, бұл медициналық жаңағы жұмыс істейтін азаматтар, сондықтан оларды жаңағы біздер жұмасына екі рет скрининг байқау арқылы тексеріп отыратын боламыз. Жалпы облыс бойынша бүгінгі күні 146 оқиға бар. Олардың жаңағы 119-ы жаңағы Ресей Федерациясынан келген, Атырау облысынан келген оқиға болып есептеледі. Қалғаны жаңағы 26-сы ол жаңағы контактный дейміз, қарым қатынаста болған осы біздің облыс тұрғындары. Жалпы бұл жұмыстар әрқайсысында жалғастыра беріледі. Бұл жұмыстар өз бағыты бойынша, әсіресе мына қазіргі кезеңде шекарада тұрған біздің эпидемиологтар келген кісілердің бәрін жаңағы осы лабораториялық тексерістер өткізіп, олардың жаңағы ауруы бар ма жоқ па сол жөнінде анықтап жатыр. Жалпы бұл жұмыстар жаңағы жоспар бойынша әрі қарай жүргізіледі. Добрый день, уважаемые жители области. На сегодняшний день, вот за последние двое суток, у нас в области зарегистрировано 20 случаев носителей вируса коронавирусной. Из них 10 человек – это прибывшие за границей, которые на посту СРМ и Тасқала через Саратовско-Самарскую трассу. Из 10 человек 8 человек – это приезжие нашего региона, вот, проходящие транзитом жители Туркестанской, Чимкентской, Туркестанской области и города Чимкента. Кроме того, один случай у нас еще есть. Человек, который приехал из-за рубежа, мы его положили в карантин. После карантина у него начался симптомы коронавирусной инфекции, поэтому мы его госпитализировали в инфекционную больницу. И плюс 10 случаев у нас еще, вот сейчас проходит у нас все медицинские работники, которые непосредственно работают в инфекционной больнице, карантин в стационаре, их и обследуем с профилактической целью. Из этих людей выявлено 10 случаев среди наших медработников. На сегодняшний день все медработники госпитализированы в инфекционную больницу. Это работники инфекционной больницы и карантинного стационара. Как вы знаете, все медицинские работы, которые участвуют в процессе лечения коронавирусной инфекции, они домой не ездят, их
выделен для них специально, выделено было отдельное общежитие, гостиница, они там и проживают уже в течение многих дней. Поэтому на сегодняшний день проводится через каждые 14 дней, мы проводим скрининговые обследования этих людей, наших медработников, потому что они представляют непосредственно, работают непосредственно больным, поэтому есть такая необходимость, чтобы их обследовать. В целом, на сегодняшний день в области зарегистрировано 146 случаев коронавирусной инфекции. Из них 119 случаев – это завозные случаи, 26 случаев у нас контактно, один случай пока вот вопрос, источник не определен, не выявлен, поэтому вопрос в работе. На сегодняшний день продолжается работа эпидемиологов на границе, это Саратовской области, на границе Саратовской области, где-то у нас есть пост Таскала и Самарска. В основном все пешие наши студенты, вахтовики проходят через границу, поэтому особое внимание мы сейчас уделяем вот на этих людей, потому что много завозных случаев, особенно вот, которые приезжают из города Москвы. На сегодняшний день почти вот из всех случаев 86% составляет у нас завозные случаи. На сегодняшний день все эти плановые мероприятия по выявлению, активному выявлению вирусных инфекций у нас продолжаются. Из всех случаев, из 146 случаев на сегодняшний день 9 человек было выписано, пролечено, они уже находятся в домашней изоляции. И в целом ситуация на сегодняшний день такова. Добрый день, жители Западно-Казахстанской области. Разрешите представить вашему вниманию информацию о состоянии зараженных коронавирусной инфекцией на территории Западно-Казахстанской области. Сейчас, на данный момент, как сказали, уже у нас зарегистрировано 146 случаев. Из них большинство, почти что 80% у нас имеет легкую форму, остальные, значит, 20% среднюю. И форму заболевания, самое главное, что у нас сейчас еще дополнительно имеется 6 пациентов, у которых уже имеется пневмония. Но, правда, эта пневмония идет без дыхательной недостаточности. Лихорадящих пациентов на сегодняшний данный момент нет. Самое главное, хочется подчеркнуть, что симптоматика заболевания данной коронавирусной инфекции очень коварна. Она идет в основном без каких-либо внешних признаков, без кашля, без чихания, без повышения температуры тела, и тем самым она очень опасна. Поэтому принимаемые нами все карантинные мероприятия, я думаю, в данный момент очень эффективны. Данные карантинные мероприятия позволяют задержать наши пути поступления данной инфекции в наш регион, именно на наших границах, и не дать попасть в наш город и в нашу область. Что касается наших заболевших медработников, это еще раз подчеркивает о том, какая коварная и опасная эта болезнь. То есть данная болезнь обладает очень высокой степенью заражения, то есть небольшой дозы, небольшого количества вируса в воздухе достаточно, чтобы человека заразить. Благодаря раннему выявлению, именно в легкой форме, бессимптомной форме, нам удается предотвратить более грозные осложнения. Это такие, как дыхательная недостаточность, пневмония. И благодаря тому, что мы рано начинаем лечить вовремя, тоже удается остановить данный вид осложнения от данного вида заболевания. Если очень много в сетях гуляет как бы вымыслов о том, что данная болезнь придуманная, не опасная, я хочу это резко опровергнуть. Она очень не опасная, и хочу, чтобы все жители нашей области отнеслись с вниманием и с большим пониманием к нашей работе. Вы все видите, что даже вот небольшие дозы вот этой инфекции очень опасны. То есть то, что вот именно наши медицинские работники приняли на себя весь этот удар, говорит о том, что надо быть крайне-крайне очень осторожным. Поэтому еще раз призываю наших уважаемых жителей соблюдать меры
безопасности, то есть постоянно соблюдать как бы личную гигиену, без надобности не выходить на улицу, избегать места скопления людей, носить с собой маски, перчатки, постоянно обрабатывать руки. Поэтому еще раз хочу призвать с большим пониманием отнестись к той работе, которую сейчас проводит наше государство и, в частности, наша область, руководство нашей области, наши медицинские работники, наши силовые структуры и многие-многие люди, которые сейчас стоят на блокпостах и в день, и в ночь, и в плохую погоду. Все это делается только ради вашего здоровья и не для недопущения завоза этой инфекции в нашу область и в нашу республику. Благодарю за внимание. Благодарю. Құрметті телекөрер мендер, осымен біздің коронавирустық инфекцияға баланысты кезекті брифингін саяқталады. Назарларыңызға рахмет, сау саламатты болыңыздар.